Всем. Та-та-да! С вами снова Гайду Панк, и как вы просили на стримах, сегодня будет микрогайд в ресвапу. Для наглядности, мой сервер без разброса, в котором магу почти нечего ресвапать, но все же есть покусневыми и шлифовкой на пение. И вот я открафтил вторую для показа видео, не стоит две магатаки и шлифы на атаку. Фиксируем урон по столбу в обоих случаях, далее настрою свап. Второй сет. В случае ганжи или иного другого свапа придется вам открыть второй. Учитывая дела и ганжи, возможно, и не второй, а третий. Да, видео не об этом. Итак, суть в том, что вы из пения сета во время каста свапаете ДД-шмотки, и тем самым наносите урон из ДД, кастуя при этом с пения. Вот, собственно, вся и фича. Абус урона, но на некоторых сервах весьма сильно роляет. Вот там с Эмпайра также пример. Тут хоть и разброс, но, думаю, по цифрам вы поймете разницу. Итак, оптимальное пение для мага для ресвапа 90-95. С 99 также можно поресвапать, но иногда в нем попросту игра не успеет вам ресвапнуть шмотку, и вы ударите с пения. Поэтому лично я бинжу обычно в пении сет 99, ресвапаю в нем скиллов, которые точно ресвапнутся, типа большой карты, горы, песчанки, на ульт-версиях типа града и так далее. А далее из ДД-сета перехожу в сет с 93 плюс-минус пения, и из него уже точно стабильно ресвапаю под каждую тычку. Ну что ж, надеюсь, кому-то было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень важно. Ну а я с вами прощаюсь, всех благ и до новых видео. Поки-поки.